выставка Computex – это в первую очередь про тяжелое компьютерное железо. И здесь мы нашли самую тяжелую и самую мощную компьютерную железку. Это видеокарта PowerColor Devil 13 R9-290X. Это в самом деле адская видеокарта. Двухчиповая, частота каждого ядра 1000 МГц, частота видеопамяти 1350 МГц. Здесь 8 ГБ видеопамяти GDDR5. У этой видеокарты есть один DisplayPort, один выход HDMI и 2 DVI. Чтобы питать эту видеокарту, потребуется как минимум киловаттный блок питания, потому что в максимальной нагрузке она жрет 650 Вт. Чтобы отводить все это тепло, у видеокарты есть три необычных вентилятора с двойными лопастями. Каждым из них видеокарта управляет отдельно, по-умному, но здесь есть еще одна дополнительная кнопка, которая включает турборежим. Все турбины на максимум. И, кстати, это еще не все. Покупатели этой адской видеокарты ждет вот такой вот приятный бонус. Это игровая мышка Razer. В общем, ничего круче этой видеокарты пока что нет. Это был Afera.ru с Computex 2014. Пока.